Самаре строительство метро не останавливается ни на день, как в историческом центре города, так и в районе перекрестка улиц Полевой и Новосадовой. Наибольшего результата достигли в зоне метростроя на улице Галактионовской, где в дальнейшем возведут станционный комплекс. Здесь готовность стартового котлована составляет более 90%. В середине января ожидается прибытие в Самару представителей специализированной субподрядной организации, которая в дальнейшем поставит и смонтирует тоннелепроходческие механизированные комплексы, рассказали в Управлении капитального строительства Самарской области. Пока же актуальные работы, в том числе связанные с инженерными коммуникациями, продолжаются. В частности, в ближайшие пару месяцев укрепят коллектор на улице Вилоновской. Строительство метро и все остальные процессы находятся на непрерывном контроле областных и городских властей. Напомним, что после завершения первой ветки Самарского метро подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции «Театральная» интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. По расчетам экспертов, пассажиропоток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Новая станция позволит горожанам без пробок с комфортом за 20-25 минут добираться с окраин до центра Самары и обратно, и чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Метро, это, дорогие мои, это самое современное сооружение сейчас в мире, самое быстроходное, и любой человек в самое короткое время может с одной точки города находиться в конце города. Я думаю, мы должны наверстать и сделать еще лучше и больше и красивее наши метрополитены, чтобы наши жители спокойно и всегда вовремя какие-то вопросы были у них при движении в нашем городе решались быстрее.